Здравствуйте, дорогие наши друзья, уважаемые читатели! Всероссийская акция «Библионочь-2021» посвящена космосу. Что мы с вами видим, глядя на ночное небо? Конечно же, звезды. Звезды могут быть разные, желтые, голубые. Сегодня мы с вами сделаем модульную звезду оригами. Сегодня мы с вами научимся складывать вот такие красивые звезды. Для того, чтобы сложить звезду, нам с вами понадобится цветная бумага двух разных цветов и 8 вот таких квадратиков. 4 квадратика одного цвета, 4 другого. Мы взяли желтый и голубой. Размеры квадратов могут быть разные. В данном случае 8 на 8. Чем больше квадрат, тем больше и объемнее наша звезда. Берем с вами один наш модуль. Работаем с ним. Складываем этот модуль по диагонали. Вот таким образом. Разворачиваем и складываем по второй диагонали. Так. Теперь мы с вами будем складывать вот эти две стороны к центру. С вами получилась такая фигурка. Теперь вот этот краешек закипаем наверх. Вот. Далее что мы с вами делаем? Мы разворачиваем нашу фигурку и переворачиваем ее на другую сторону. И уже вот этот носик подгибаем наверх. Вот. Провели. Теперь опять переворачиваем. Теперь складываем наш модуль. Этот уголок подгибаем сюда. Складываем вот эти уголочки. И сгибаем его вот таким образом. Что-то очень напоминающее кораблики с детства. Вот таких 8 модулей нам нужно с вами сделать. Вот такие 8 модулей у нас с вами получились. Сейчас мы с вами начнем их складывать. Берем с вами один модуль. Смотрите, у нас с обратной стороны есть вот такие вот кармашки. Берем второй модуль. Открываем одну сторону у него. И вот этот кармашек вставляем. Закрываем и загибаем. Вот таким образом у нас соединились два модуля. Берем следующий модуль. Берем наш модуль. Раскрываем его. Здесь у нас с вами есть кармашек. Мы его вставляем. Эту часть закрываем сверху, подгибаем. Берем желтенький модуль. Раскрываем одну сторону. Опять наш кармашек ищем. Где он у нас тут потерялся? Вот. Вставляем его сюда. Закрываем и подгибаем. Следующий у нас голубой идет. Кармашек нашли. Открыли нашу фигурку. Заправили. Смотрите, чем дальше, тем сложнее. Эту сторону мы с вами уже отгибаем. Она нам немножко мешает. Вот. Что-то пошло не так. Вот так. Так. Смотрите, у нас вот берем следующую желтую. Чем дальше, тем сложнее. Ищем наш кармашек. Отгибаем модуль. Вставляем наш кармашек, как мы это и раньше делали. Но сейчас нам уже становится сложнее, потому что у нас уже надо этот край отогнуть. Так. Опять подогнули. Еще один у нас остался. Опять раскрыли, кармашек вставили. Все сложнее и сложнее, потому что нам предыдущие нам модули немножко мешают. Закрыли, подвернули
Вот смотрите, что у нас получилось. У нас уже вот такая звезда получается. Но нам еще нужно вставить желтенький. Продолжаем дальше. Опять открываем. Опять вставляем кармашек. Все, то есть то же самое. Только при этом уже собранные части поддерживаем. Так. Вот. Звезду мы с вами практически собрали. Нам с вами остается соединить между собой вот эти две части. Что мы делаем? Мы с вами вот этот уголок заправляем сюда, отгибаем его. И теперь вот этот уголочек нам нужно умудриться запрятать вот в этот кармашек. Видите, у нас есть кармашек. Для этого мы воспользуемся спицей или палочкой, как у меня деревянной. То есть мы подогнем туда краешек, запихаем туда, попытаемся. Это не легко сделать, но можно. Вот я уже умудрилась заправить наш краешек. И нашей палочкой мы просто там выравниваем, чтобы у нас было плоское, чтобы он нигде там не загнулся. И вот теперь у нас, смотрите, это наша звездочка получилась, да? С этой стороны она выглядит так, объемная звезда. С этой стороны она выглядит так. Мы могли бы ее так и оставить. Посмотрите, вот я уже такую сделала одну. Но мы можем из этой звезды сделать более красивую звезду, более объемную. Для этого нужно всего лишь в каждой нашей звездочке отогнуть краешек и достать лепесточек. Смотрите, это несложно совсем. Отгибаем, достаем. И так вот по кругу мы достаем все наши красивые лепесточки. Один за другим. 8 штук у нас должно быть этих лепесточков. Вот последний. Последний. Ну а для того, чтобы вот он вот так красиво завивался, нам опять понадобится наша палочка. Мы будем просто накручивать край на палочку. Вот таким образом. Один. Как бы подвивать. Пойдем в эту сторону, где нам ничто с вами не мешает. Так. Видно заметно, да? Так мы все наши краешки потихонечку закрутим. Так. Можно это сделать и ручкой попробовать. Ну, ручкой будет хуже, потому что она потолще. Все-таки лучше вот палочка, она и шершавая, бумага не скользит. И очень удобно на нее загибать вот эти наши с вами лепестки. Все, последний. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Мы можем и так оставить, но вот такие, наверное, все-таки будут более нарядные. Звезды вы можете сделать разных размеров, используя разные размеры квадратных кусочков и разного цвета.